Привет всем, друзья, вы на канале Заблудшие Души, и сегодня мы приехали в парк, ботанический сад, парк Дендрарий у нас в городе. Вот такая красота у нас. Осень, поют птички. Вот, взял велик себе на прокат. Вот, и будем запускать DJI Neo. Вот, вышла новая прошивка, новое обновление ПО. Много разных интересных штучек добавили. 9 на 16 разрешение, 1080 сделали. Там ошибки убрали разные. Вот. Ну, вышли там перевод сразу этой обновы. Вот. И увеличили скорость фаловыми за мной. По-моему, если не ошибаюсь, до 34 км в час. Теперь он ездит. Летает за тобой. Что сегодня мы, в принципе, проверим тоже. Сегодня мы проверим интересные модели. Это, ну, интересные режимы. Это как 9 на 16, 1080. То, что добавили. Вот. Так что погнали.
ребят, сами видели, я, короче, поставил, ну, все по минимуму в Direction Track, вот, и, короче, он ушел в сторону, вот, там затормозил, когда я на поляну выезжал, вот, и полетел просто за мной, вот. Так что сейчас чуть полетаем еще, вот. Этот, вертикальную съемку посмотрели, прикольно. Вот, сейчас еще полетаем. И все. Пишите, что я еще не проверил. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Нажимаем назад, мой любимый отлет. Летим назад и вверх поднимаемся. Да. И вот это. Да. И вот. Да, и летим. И вперед. Вперед и вниз. Отлет. Вот они, какие игрушки для взрослых. Да. Но по Wi-Fi максимум 40 метров отлета. У меня есть пульт, я брал полный комплект. Вот. Там ты уже отлетаешь, там максимум искусственный интеллект, который шумы убирает. Я поставил чисто. Сейчас я поставлю в следующем сейчас режиме будет естественный звук. Вот это сейчас чистейший звук. Не чистейший звук. У нас сейчас естественный звук на дроне DJI Neo. Вот я чуть отошел. Вот такой у нас центральный, в центре парка Дендрария. Вот такой вот газончик. Вот, сейчас чуть ближе подойду. У нас сейчас режим Sportlight. Это естественный звук. Вот я подошел максимально близко к дрону. Вот. Ветерок чуть поддувает. Сейчас буду отходить, ходить и разговаривать с вами. Вот, сейчас естественный звук работает. Всем любимым, конечно, интересно. Они оборачиваются, смотрят, улыбаются. Ну, есть и такие, которые разговаривают по телефону после того, как увидели мой дрон. Звонят кому-то. Интересно, кому же? А может быть, просто разговаривают. Так что подписываемся на канал, ставим лайки, не забываем, комментируем и ждем новых видосов. Всем пока, друзья. Кстати, ND-фильтр сейчас стоит, у меня ND-8 на нем. Еще идем сейчас на наше поле. Проверим. Сделали фишку, что можно, короче, когда ты через пульт летаешь, можно еще свой голос записывать. Ну, то есть было только через телефон можно голос было записывать. Как по факту будет и происходить, в принципе. Но не с подключенным пультом. Вот, а теперь с подключенным пультом можно записывать голос также в чистом и в естественном. Сейчас мы поснимаем. Интересно, сейчас звук записывается, ветер очень сильный. Я сейчас запустил дрон. Вот. Звук должен сейчас писаться, звук естественный. Вот дрон близко ко мне. Ветер капец сильный. Сильный ветер, дрон не может вернуться домой автоматически. Не обидно. Так, сейчас. Жесть, его сдувает. Капец. Вот мы чуть-чуть подальше. Сейчас в него прям ветер. Я вот сюда встану. Вот сейчас он против ветра летит. Старается лететь в режиме турбо. Вот. Ветер его подгоняет. Вот так он близко ко мне. Очень сильный ветер. И назад. И вот так вот. Такой звук, когда дрон в 13 метров от меня. Вот 15 метров, 20 метров. И последний раз дрон как-то близко. Ко мне летит. Ох ты, его чуть не сдуло жестким порывом. Вот сейчас было. Так, давайте пониже сделаем. И вот так же дрон, когда он низко. Так, давайте его попробуем посадить. Потому что это жестко. Пытаемся посадить.
Вот он сел, ребят. Сейчас попробуем с чистым. Итак, ребята, сейчас чистый звук должен идти через пульт. Как вы видите, вот пульт. Дрон максимально близко, ветер сильный очень. Вот. Вот так я сейчас говорю. Дрон сильно жужжит. С предыдущего видео, как вы слышали, когда был естественный. Вот. Сейчас полетим против ветра. А, дрон старается лететь против ветра. Я его чуть низко послал. Да. Сильный ветер. Вот так мой голос слышен на расстоянии 27 метров. Даже 30 метров. Высоко его не будем в этот ветер, потому что его может свободно перевернуть. Полетим вперед по ветру. Battery level is low. Ага, возврат домой. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Возврат домой? Нет, нам не нужен возврат домой. Вот сейчас ветер чуть-чуть буквально прекратился. Чуть-чуть буквально. Вот дрон возле меня еще раз. И сейчас назад дрон полетел. Полетел, и как раз ветер полетел тоже. Так, вот дрон отлетел у нас на больше 50 метров. Return to home promptly. Больше 50 метров дрон отлетел и летит ко мне по ветру 23-24 километра. И вот он возле меня пролетает. Бамс! В общем, ребят, вот такое новое обновление. Подписывайтесь на канал Заблудшие Туши. Может, я уже говорил 100 раз. Вот. Так что вот так вот летаем на дроне в ветер. Подписываемся на канал Заблудшие Души, ребята. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Отмена, он хочет домой очень сильно. Воу! Да, ну прикольно, придумали, что можно... Low battery. Return to home promptly. Можно уже вот так вот. Короче, через пульт записывать голос. Может быть, кому-то это и пригодится. Почему нет? Почему нет, ребят? Так, все, мне надо реально приземляться. Воу! Все, всем пока!